Друзья, наша рубрика «Пи» просто интересно. Приходят, кстати, расшифровки приключений итальянцев. Пиар-история посвящается интернационалистам. Писатель исключительный. Это от Натальи. Полочка искривилась. Пожарный извещатель. Это Анна. Или пожарный инспектор. Люблю. Да, вот такие варианты есть. Но все-таки у нас интересные факты какие-то звучат. И вопросы, безусловно, потому что сегодня вас ожидает очередной подарок от наших друзей и от наших партнеров от Минского городского управления МЧС. Мы уже говорили сегодня, что 24 года назад указом президента Республики Беларусь было создано Министерство по чрезвычайным ситуациям. Профессия спасателя входит в список самых опасных профессий в мире, связанная с риском для жизни. Она требует высокой профессиональной выучки и самоотверженности. И сегодня белорусская служба спасения располагает высококвалифицированными кадрами и современной техникой, что позволяет ей решать задачи любой сложности. И к профессиональному празднику, который наши спасатели пожарные отмечают сегодня, 19 января, мы проводим вот эту интерактивную викторину. И, конечно, разыгрываем памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Но в первую очередь, конечно же, мы хотим поздравить с профессиональным праздником. Спокойных дежурств хочется пожелать, мирного неба, крепчайшего здоровья, удачи всегда и во всем. Ну и, безусловно, счастья и любви. Да. А теперь узнаем, что за вопрос. И очень будем ждать ответ, друзья. Но ответ сегодня ждем, опять-таки, в Вайбер. Кто первым даст верный ответ, тому достанется подарок от Минского городского управления МЧС. Вопрос непростой, слушайте внимательно, потому что цифры будут озвучены. С какого года в Беларуси для вызова службы спасения был введен номер 112? С конца 2013 года, с конца 1991 года, с конца 2017 или с конца 1998 года. Итак, ответы принимаются только в Вайбер. Ждем. Все варианты сегодня были востребованы. Да? Все, да, ни одного не пропустили. Кто-то даже предположил, что с конца 2012-го, возможно, 112, да, возможно, направил, да. Но 12-й год вообще не упоминался. Но большинство все-таки выбрала 2013 год. Более того, есть еще пояснение, что в Беларуси с 2013 года, а так с 1991 в других странах. И это правильный ответ. Да, 2013 молодцы. Год. Аплодируем всем, кто написал верный ответ. Но раньше всех была Ирина. Номер Ирины заканчивается на 478. И именно вам достаются памятные сувениры от Минского городского управления МЧС. Ирина, скоро с вами свяжемся, чтобы рассказать, где и как вы встретитесь с подарком. Но нужно отметить, что в МЧС, конечно же, служат люди, преданные своему делу. В ежедневных сводках только цифры, но за каждой из них чья-то спасенная жизнь. Поэтому в канун профессионального праздника, даже в какой канун? Уже сегодня профессиональный праздник. Профессиональный праздник, да. Минское городское управление МЧС и, конечно же, вся наша команда «Радио Рокс» поздравляет спасателей и желает крепчайшего здоровья, карьерного роста, мира, благополучия в семьях и, конечно же, сухих рукавов.